И выбрали обе, потому что и Майнкрафт выбрали, и Seven Day to Die, говорится, и рыбку съесть, и на нее сесть потом, или наоборот. Вот, это самая запрашиваемая игра в комментариях. Сначала вы очень просили Among Us, вы его получили, потом вы продолжаете очень просить Seven Day to Die, поэтому добро пожаловать в 7 дней, чтобы умереть! Да, здравствуйте, 7 дней, чтобы умереть. Это Снейк. Это Снейк. Пожилой Боров! Пожилой чернослив, вот этот Снейк. Бля, ты в тиме, я тебя ушатать даже не могу. Я не знаю, как включить вид от полного лица, и непонятно вообще ни хрена, что здесь делать. То есть настолько все изменили, что настолько все непонятно. Что вообще непонятно. Но можно сломать все, здесь можно ломать все, кто не знает. Легендарные приключения у нас здесь были.